привет, вы смотрите Night News, и это снова клуб Rise, где сегодня проходит фирменная вечеринка от UTV, посвященная дню рождения телеканала. Сегодня это костюмированная вечеринка от передач «Кинофреш» и «Киноток». Авторы ведущие передачи «Кинофреш» и «Киноток» Роксана Хамзина, она здесь. Привет, Рокси! Привет! Расскажи, пожалуйста, об этой вечеринке. Ну, эта вечеринка в честь дня рождения телеканала ЮТВ, очередной наш праздник, но он такой оригинальный, то есть в киношном стиле. Мы это решили сделать в виде вечеринки, но все-таки обязательно добавить тему кино. Поэтому у нас и конкурсы были кино, и выступления под кинотематику. Ну, как все вот было пронизано кинотемой. Я думаю, в принципе, людям понравилось, потому что тут собрались... Такие немножко, но киношники. Я думаю, что ты неплохо постаралась. Я знаю, что каждый день ты уходила с работы в 10, а то и в 11 часов. И у тебя благодаря этому получилось сделать очень насыщенную программу. Костюмированное, так сказать, представление. Все пришли в костюмах. Фокусник, симфонический квартет. Кадеры. Кинофил? Проснись. Пора снимать Night News. Болван, это и есть Night News. Что? Это ведь Кинофреш. Неужели? Марина, Настя, хватит драться наконец-таки. Короче, мы едем в клуб Райс. Костюмированная вечеринка. День рождения канала. Тебе даже переодеваться не надо. Я достал эти долбанные пригласительные, потому что это изумительный шанс выпить рому, пригласить друзей, оторваться, потусить. И все только потому, что телеканалу ЮТВ исполняется ровно год. Ясно вам, мымры? Замечены Марлон Брандо и Мила Йовович. Они здесь. Привет, ребята! Какие впечатления о сегодняшней вечеринке? Обстановка просто замечательная. Очень все организовано, качественно. Что самое главное, что уважаем в канале ЮТВ. Вы очень любите кино, я так понимаю. Да, очень нравится, потому что я пришел в таком виде, как из кино. Ну, я любитель, огромный любитель кинотемы. И мне очень красно, что канал ЮТВ устроил такую вечеринку. А вот и красная шапочка, привет. Привет. Где Волк? Дома. Дома оставил, да, сама? Тусишь? Да. Марина Войтюк, ведущая передачи «Мой город». На самом деле здорово, очень классно, что было много людей в костюмах, что поддержали нашу идею именно костюмированной вечеринки. Я тоже решила сегодня быть в костюме королевы, пиковой дамы. Но мне понравилось, было здорово. Сергей Бархатов, автор и ведущий передачи «Киноток» на UTV. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о сегодняшней вечеринке. Ну, сегодня какая-то чумовая феерия просто происходит. У нас было все, у нас были фокусы, у нас был оркестр, у нас было замечательное шоу, у нас был MC Ким в качестве ведущего. И, как вы видите, у нас вот... красивые девушки в костюмах, у нас людям весело, у нас шел дождь, дождь из золота. С днем рождения, ЮТВ! Напоминаю, не забывайте смотреть «Кинофреш», а также мою телепередачу «Киноток» на телеканале ЮТВ.